Все, гайка крутилась. Теперь выбиваю его. Все, сдернули прям руками. Вот такой хаб одевается. Ну-ка, Тём. И там что этот есть? Угу. Пин туда вставляется прям. Какой пин? Ну, вон. Болт назад. А это приключится уже до хаба. Там слив вырезанный. For pin? Тот? Да. Да, потому что там такая же это. Там есть, да, все-таки? Да. Угу. Гаечку затягиваешь. И руль прикручиваешь. Вот так он сильно криво, there's only one way this way, все. Да. Хвост ровно поставили. Ну ровно руля поставь влево, да, чуть-чуть. Я посмотрю, если хвост крутится. Ну-ка давай. Ну ровно поставь руль. Вот руль. О, видишь? По-моему, чуть криво. Отсюда смотрю. Ровно. Точно? Отсюда ровно. Ну окей. Чтобы руль ровно стоял. По-любому из-за волн всегда едешь, всегда руки чуть крыло. Ага. Куда волны, куда тянет лодку. Ну все, новый руль поставили. То что тот не отмывается. Ну, тоже не остается, а все должно быть четенько. А панель классно, да, блестит? Мылась. Это? Ага. Я ее даже не мыл. Ты ее не мыл даже? Ну. Панель вообще капитальная. Ее можно. Сколько тут часов? Где-то написано? Он сказал 20 часов. Кажись, there's таймер на этом, на моторе. 20 часов на лодке. Лодка полуновая. Ну да. Как я говорил, что с 2011 года она не была регистрирована. 10 лет стояла. Немного полирнем. Красоту наведем. Будет блестеть. Это фиберглаз, да, Тём? Gel coat, да. Но фиберглаз под низом, а gel coat. Она классно, ну, да. Бахует. Вот одно крепление уже поставили. Вот второе отверстие. Wakeboard Tower. Как это по-русски называется, Тём? Давай. Ну ты что, не русский, что ли? Нет. Тёмыч, ты не русский? Нет. Да. Вот устанавливаем такую красоту, чтобы тянуть вот такую красоту. Лыжи и всякую ерунду. Седлушки отмылись как новые. Классно. Вот это Allen Range. Ага. Толстенький он был. Да. Сейчас будем ставить. Значит, чем отмываем? Вот такой из Star Bright. Название Boat Wash. Это специально. Mildew, вот это, который самое классное. Специально для лодок. Mildew Stain Remover. Снимает вот это все Grey Stuff. Вот это все полностью отмыло все сетлушки, как новые сделала. Так что сфотайте, сфотографируйте. Онлайн посмотрите, где продается. У нас это продается просто в магазине. Потом вакса вот такая. Ну и, конечно, Makita. Просто Makita с войлом, или как это называется. Это машины полировать. Это не диски алюминиевые полируются. Так что вот такой вот. Waterproofing. А это что такое? Water-based. После когда сидушки сухие, можно побрызгать, чтобы были они waterproof еще. Ага, это просто спрыскиваешь уже потом на сухие сиденья. Защита от воды. О,
защита от воды. Вот такой бакет все нашел. Star Bright Solution. Классно. Всю лодочку отполируем. Будет как новая. Эти четыре тоже сверлить надо по аналогии и потом закручивать. Это джаз. Я думал, просто сверлить. Это джаз. Я думал, не надо сверлить. Не надо. Болтана. Я просто отсюда так. Ну да, я помню. Берем и поехали. Да? Пробники посверлил? Пробники, да, везде. Просверлитый? Угу. Пробники сейчас выставим. Ну, у меня более-менее нормально. Не, не считай. Ну, ну подожди, надо посчитать, чтобы она внутри зашла на все. Я ты так всю нос. Посчитай, вверх. Чтобы зашло. Не, мне не надо считать. Мне тут пайпа глаз помогает. Мне надо Allen key потихоньку обратно взять. Давай, когда у меня сидит. Стой, стой, стой. Джонти тянусь, я напарник. Вот такая красота получилась. Уже на спортивную лодку смотрится, да? Печень делали. Кафик мыл аж. Очень классно получилось. Он блестит. Рулик зачетный, а? Новенький. Класс. Отверстие здесь просверлили. Болтики насквозь. Сюда ставится веревочка. И тянет. Вперед машинкой, потом Тёмыч вручную, все блестит, чётненько получается. Somewhat, да. Вот такую пасту используем, Maguire. Вот before and after, до и после. Ultimate compound. Потихонечку, на маленьких оборотах, отбафовали, потом вручную протерли, вытерли, и все. По салону закончили. Капотик у нас четенько получился. Да, этот джел, да, ты говоришь? Очень легко полируется, красиво получается.
все, что накрывается или закрывает двигатель, называется капот, правильно? Вот это у нас капот. А впереди лодки, это уже не капот, это bow. Как по-русски будет bow? Вот этот клюв. Так, вот эта лодочка собирается помаленьку. Красивенько. Кожа отмылась, супер. Все, скоро будем кататься. Что там по мотору у нас? Когда забираем? Значит, с мотором ситуация. Блок треснутый, а блоков нигде, оказывается, нету. То ищем. Пока детали ищем, как говорится, порцуху. Ищем нормальный блок. Один есть за $2000. Но это нереально. Что-то надо до 1000, да, найти? А? До 1000 найти надо. Не знаю. Хотя бы за штуку баксов. Хотя бы, да, за штуку баксов блок купить. Будет нормально.